Минувший чемпионат мира по версии WPF проходил с 6 по 9 ноября в столице Австрии – Вене. Для Алексея Окунева он стал третьим в жизни, принес 3 победы и мировой рекорд. В становой тяге спортсмен взял вес 250 килограммов. Предыдущий в 240 принадлежал монголу. Главная задача этого чемпионата была выиграть хотя бы одно золото. Но, к счастью, я превзошел даже свои ожидания. Да, и установил мировой рекорд в становой тяге. Ощущение, наверное, это первые несколько дней был, скажем так, шок. Я поэтому ничего не понимал, да, еще не чувствовал. Ощутил большие эмоции, когда приехал домой. И дети мои, да, семья моя поздравила с этими победами. Тогда я только ощутил эту радость у нас по-настоящему, да. Вот я уже неделю чувствую этот эмоциональный подъем. Только сейчас ощущаю, что я победитель. Пауэрлифтингом армавирец занимается 5 лет, но спорт любит с детства. Начинал в секции по самбо и дзюдо. После того, как перешагнул определенный возрастной рубеж, выбрал троеборье. Сейчас Алексею 39. У чемпиона нет наставника, он сам себе тренер. За годы работы в спортивном зале выработал определенную схему занятий и победный настрой на соревнованиях. При тренировках обязательно прислушивайтесь к своему организму. Не берите чужие методики, потому что ваш организм, ваш и природа не требуют, да, каких-то формул определенных таблиц. Да, прислушайтесь к своему организму, и тогда он даст вам все, что вы захотите. Я рекомендую всем начинающим спортсменам обязательно выступайте на соревнованиях. Это залог вашего дальнейшего долгого и счастливой карьеры в спорте, так как соревнования – это стимул для занятий сегодняшних, и, соответственно, и наоборот. Эти сегодняшние занятия – это цель, да, для достижения в будущем на спортивной арене. Впереди у Алексея чемпионат Европы. Пройдет он в июне 2015-го в Голландии. Армавирец готовится не просто победить, но и установить новые мировые рекорды. В этот раз он будет работать над тем, чтобы взять вес в 265 килограммов. Ирина Рухлядко, Артур Карджанян, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир.